Автомобиль разобран, здоровью водителей и пассажиров уже ничего не угрожает, последствия ДТП ликвидированы. А вот успешно или нет, это решат судьи. Ведь, к счастью, эта авария не настоящая, постановочная. Так проходят соревнования столичного МЧС. В Москве прошел заключительный этап регионального тура соревнований по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, организованный МЧС. За победу отчаянно боролись 16 столичных команд. Представители административных округов, Департамента гражданской обороны, а также Центра специальных операций и особого риска «Лидер». Правила соревнований довольно простые. На площадку одновременно выходят две команды. У каждой свой легковой автомобиль с пострадавшим. Спасателям нужно снять с машины крышу, облегчив доступ в салон, и извлечь оттуда водителя и пассажира, роли которых исполняли статисты. Далее оказание медицинской и, впервые с этого года, психологической помощи. А последний этап – передача потерпевших бригадам скорой помощи. Все это, разумеется, нужно сделать им как можно скорее, ведь в реальных условиях счет идет на секунды. Действия спасателей оценивались профессиональными судьями. Каждая допущенная ошибка, нарушенная последовательность процедуры или неаккуратность стоила командам штрафных баллов. Незамеченной не осталась ни одна оплошность, ведь у машины дежурили по несколько судей. Данные соревнования проводятся для совершенствования методов и способов работы с аварийно-спасательным оборудованием, спасения людей. Лучшая команда будет представлена на соревнованиях МЧС России в рамках комплексной безопасности в мае месяце. По решению жюри лучшие признали команду 61-й пожарно-спасательной части управления МЧС по Зеленоградскому административному округу. Именно она представит столицу на третьем итоговом этапе соревнований. Что же до особой номинации «Лучшая команда по оказанию психологической поддержки пострадавшим», то здесь победу одержали представители Московской городской поисково-спасательной службы. Добавим, что по статистике Главного управления МЧС Москвы с начала текущего года подразделения столичного пожарно-спасательного гарнизона выезжали на ликвидацию последствий автомобильных аварий уже более 600 раз. Благодаря своевременной и квалифицированной помощи им удалось спасти 51 человека.